В общем, вот так вот выглядит рука. Красная, воспаленная, от руки выдает температура 38. Здесь шарик, вот он. Я не знаю, что это такое. Это вот такие вот мятины. Идут постоянные воспалительные процессы. Я не знаю, что делать, взяться за эту операцию, но это очень дорого стоит. Мне просто задают вопрос: Кирилл, почему ты не действуешь? Я действую, работаю, прошу помощи. В общем, я не виню себя, я сам в этом виноват. Ebbene sì ragazzi, oggi voglio fare un'intervista live con questo ragazzo qui. Benvenuti in questo nuovo video. Come avrete già visto, questo ragazzo qui si chiama Kirill, magari qualcuno di voi l'avrà visto sui social perché è abbastanza conosciuto, che ha ben 64 cm di braccio. È uno che si è fatto queste trasformazioni per crearsi la fama, che secondo me neanche è una fama bella perché ha molti haters e molti disapprovano il suo genere, me compreso. Però il motivo per cui ho fatto questa intervista con lui è perché mi piace sempre mettermi nell'ottica degli altri, cioè per capire la loro mentalità, mi piace fare una specie di psicologo, per mettermi nei suoi confronti che cosa ha provato a fare sta cosa. Mi piace sempre mettermi nei panni degli altri. E un altro motivo per cui faccio questo video è di trasmettere questo messaggio ai giovani di non pensare mai a prendere questo tipo di strada. Voglio mostrarvi gli esempi e le conseguenze che lui ha avuto. Per farvi capire da non prendere esempio da lui, ma lo dirà anche lui stesso questa cosa. Tra poco lo videochiamo su Skype e parleremo in russo e sarà sottotitolato in italiano dove potrete leggere tutto. Vi auguro una buona visione. Ed eccoci qui ragazzi in diretta con questo ragazzo. Scusatemi, adesso inizio a parlare in russo, quindi troverete sottotitoli in italiano. Здорово, братан, как дела? Здорово, да нормально все. Отлично. Добро пожаловать на этот скайп. Тут будут тебя вопросы задавать насчет твоей жизни, как ты это все начал. Это. Ладно, Кирилл, представься, сколько тебе лет, если ты занимаешься спортом, чем ты занимаешься в жизни и так далее. Я Кирилл Терешин, мне 23 года, прославился во всей стране под прозвищем «Руки-базуки». Занимаюсь я сейчас продвижением социальных сетей. Спортом я не занимаюсь на данный момент. Да, отлично. Хотел задавать тебе первый вопрос. Первый вопрос, как ты это все начал? Я когда учился в колледже на втором курсе, я пошел в тренажерный зал. Отзанимался там где-то, ну, года полтора точно. Вот. Я соблюдал шестиразовое питание. Сон соблюдал. Бывало то, что этот колледж прогуливал. А я жил тогда на данный момент с одной матерью. У меня всего было 6 000 рублей на питание. И я так подумал, полтора года вот я тружусь, там соблюдаю сон, питание, а результаты, ну, как бы стоят на месте, но не те, которые я хотел бы. Человек работает, да, он за день отработал, ему этот день засчитали финансы, выплатили там либо ежедневную зарплату, либо в конце месяца. Но в любом случае оплачивается за то, что он поработал хоть какой день. Также и в зале я считал, вот ты позанимался, ты должен, ну, после первой тренировки у тебя уже должен быть результат, потому что ты трудишься над собой, это же работа как, а не на месте стоять. И тут я начал в интернете уже смотреть там разных персонажей. Я натыкался на людей, на фриков с неестественными формами огромными. И они что-то меня заинтересовали больше, чем обычные там бодибилдеры такие. Вот мне больше форма синтольных мышц нравилась, чем бодибилдеров. Я что-то начал думать, думать, блин, как же мне это делать? Я так подумал, блин, ну если они смогли сделать, почему я не смогу сделать? Я чем от них отличаюсь? Ничем. Вот, я начал думать там, как начать, что делать, там начал читать в интернете все подряд. Сначала я ставил масла обычные, которые усваиваются организмом, то есть ты их уколол, через 2 недели то место, куда ты уколол, рассасывается все, и нужно заново подкалывать. Вопрос, а ты сам это все начал или тебе кто-то подсказал, какие масла использовать, как это, ты кого-то тебе подсказывал все эти информации, или ты сам? Нет, я все сам делал, все сам. Я читал в интернете, что там они ставят. Конкретной информации не было. Но я ставил то, что было, то, что нашел. Я начал ставить тогда, когда у меня был призыв в армию через 3 месяца. Я перед армией решил
попробовать, потому что я так подумал, а что в армии, я все равно всю массу солью, что я ничего не теряю, мне вообще все равно как бы. Сейчас уколю, посмотрю, если понравится, в армии, может быть, продолжу. Вот. И я реально построил трицепсы перед армией, вот. Потом в армию пошел служить, и после армии я уже начал себя конкретно, ну, трансформировать свои руки очень быстро. Вот так все и произошло. А в России легко найти синтол? И как ты, где ты нашел? Через интернет или в магазине? Как ты? Не, я обычные масла ставил. То есть синтол, он дорогой очень. Там вот я ставил с магазина масла обычные, которые там подсолнечное, там они рассасываются. Потом в магазине тут же купил масла, которые, ну, организм не усваиваются. Они, то есть, дешевые очень. То есть это не синтол, это обычное масло. Я и уверен, что в синтол добавляют обычные масла, просто ценник ставят там 6 тысяч за него. На самом деле вложили всего рублей 40. Вот и все. Сколько заплатил за масло, которое ты использовал? Дорого? Ну, все вместе вышло где-то, ну, максимум 1005. А как реагировали твои родители, когда узнали насчет этого? Очень плохо. Я, во-первых, прежде чем трансформироваться, я продумал план. Когда мать моя работала, я это втихаря делал в своей комнате. Но бывало то, что она работала обычно 1,5 часа, но я скажу, за 1,5 часа я не успевал ставить. Вот я тебе пример скажу. 10 инъекций я за 1,5 часа не успевал ставить. Это реально очень долго. Просто так кажется, 10 уколов, там, что, 10 минут сделал и все. На самом деле нет, пока обработаешь. И прикол в том, что самое сложное, когда вводишь это масло, со шприца оно выходит очень долго. То есть тебе жать сильно надо. Там вот постолько выходит, потому что тяжело очень. Я вот так мучился. Но когда мать приходила, открывала дверь, она палила то, что я это делаю. Кричала, ругала, бывало растворы разбивала. Но потом я делал так, что, ну, то есть нашел способ, чтобы мог сам себя так модифицировать. Она орала, ну и все, но сделать ничего не смогла. Понял. А какие места ты колол, если ты можешь показать пальцем даже? Я колол, вот бицепс взять, бицепс обкалывал вот так. Справа, слева, справа, слева. Трицепс я обкалывал снизу. Сюда, 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 сюда. Этот трицепс я обкалывал снизу тоже сюда, сюда, сюда. Вот, и все. А, ну еще я в плечи пробовал ставить, но потом прекратил. Сюда укол ставил, по-моему, два укола поставил. Сюда поставил два укола. И все, да. И вот тут также сюда и сюда, и все. И, ну, в плечи я не стал ставить, потому что у меня осложнения были с руками, уже перестал. Ты рисковал инфекцией? Была какая-то инфекция, заносила в тело, да, с шприцами, еще что-то такое было? Не, инфекции не было. Сейчас в руках есть воспалительные процессы. То есть раствор бывает нагревается, становится мягким, и чуть-чуть тебе хреново. Но через 2 недели у тебя все проходит это. А что хреново бывает? Что ты чувствуешь? Но чувствуется головная боль, вот, и когда ты хочешь поесть, немного тошнота, вот, и такое состояние слабости. А ты не боишься рисковать ампутацией руки? Тебе кто-то говорил, доктора, кто-то говорил все эти вещи? Конечно, говорят, но я в это не верю, вот, поэтому, думаю, ее не будет. Да, желаю тебе тоже хорошего. Спасибо. А как люди реагируют на тебя, когда смотрят на улице? А на улице, если я в футболке выхожу, то есть летом, все подходят, фотографируются. Но есть такой народ, который, знаешь, как вот, допустим, они смотрят, да, пристально, но не подходят. Но когда народ какой-то подошел, там один, два, три, пять человек, они видят то, что ко мне подходит, и я им разрешаю со мной сфоткаться, они тоже бегут фоткаться. Много людей стеснительных. А, хотел спросить еще, а были моменты издевательства, например, хейтеры? Я знаю, что у тебя много хейтеров даже, я смотрю, иногда читаю комментарии даже твоих видео или даже твоих постов в Инстаграме. Что-то было такие вживую, такие ситуации? Кто-то, например, Ну,
агрессивная что-то. Ну, смотри, у меня хейтеров в социальных сетях очень много, меня все оскорбляют. Вживую за всю историю случаев 10 было, и то до драк никогда не доходило. Бывали моменты, в основном половину моментов, это с пьяными людьми. А с пьяным людям бесполезно что-то объяснять, их даже бить нельзя. То есть они никакие, просто нужно уходить и все, потому что пьяные люди ничего не соображают. Следующий вопрос. Я видел, что ты участвовал на видео «Хача удар пощечину». И в этом видео ты стал вообще знаменитый. Я тебя даже узнал через тот канал, сказать честно. И даже тут в Италии многие люди выставляли твое видео. Первое место ценю даже твою смелость, потому что многие бы даже не пошли бы это против пельменя. И хотел спросить у тебя, какое ощущение было получить пощечину от него? Расскажи эту историю, как произошло это все. Первое видео его должно было выйти на YouTube у Хача. И он мне что-то предложил: «Кирилл, а ты не хочешь выступить?» Я говорю: «Ну, а что мне за это будет?» Вот. Я ему сразу же сказал, как бы, хайп, он мне не нужен, он у меня и так есть. Меня и так вся, не то, что вся страна знает, а весь мир. И меня по новостям не раз крутили. Вот. Он мне там говорит: «Ну давай договоримся о финансах». Ну я с ним договорился, все. Я говорю: «Ну смотри, это все хорошо, а вот какой противник у меня будет? Потому что сам понимаешь, я вешу 70 килограмм, я никакой, в этом не участвовал ни разу». Они поставили мне пельмени, а я говорю: «А почему такого огромного?» Он говорит: «Кирилл, смотри, это делается все для шоу, мы ему скажем, чтобы он тебя не сильно ударял, не сильно». Вот, он, так как в каменных лицах по пощечинам он, ну, знаменитый именно по этой теме, а ты как фрик знаменитый, будет интересно очень. Я говорю: «Ну если он не сильно ударит, ну ладно, что, давайте, как бы». И все. И я, когда ему один раз попал по пощечине неправильно, да, в ухо, он разозлился сильно, да. И он от злости мне, ну, со всей силы зарядил тоже в ухо. Вот, ну вот так все получилось. Но я тебе скажу то, что боли я вообще не почувствовал. То есть я просто, ну, упал и все. У меня вот так замутнело все. Но я 1,5 месяца очень плохо слышал ухом. Вот. Потом все отошло. Полтора месяца плохо слышал ухом даже. Да. Свистело вот так прямо, как свистело каждый раз. Да, такое неприятное. Сделано, надул руки. Ты зарабатываешь над этим? Ты насчет спонсора, что-то как на работу. Ты смог зарабатывать над этим, то, что ты себе сделал? Ну, конечно, я с помощью этих рук квартиру себе одну купил, вот. Отлично. А если можно сказать, где-то в месяц сколько получаешь? Но смотри, сейчас, ну, получал стабильно по сотке в месяц, 100 тысяч. Вот Отлично. стабильно, вот, я откладывал, откладывал, копил, ну, на квартиру. Понял. И ты над этим как-то жить старался, да? То есть это над этим работать Ну, старался. конечно, да. Да, Уже понял. вот 3 года этому до сих пор, ну, получается все нормально. Ну, на данный момент. А счастье, потому что я узнал, что ты себе операцию сделал, убрал себе трицепс. Я вижу, у тебя трицепс не меньше на Да, этой вот. и полностью. Вырезали. А сейчас, когда тебе удалят со временем руки, ты не боишься насчет работы, как пройдет твою. Но есть и риск в операции, потому что самая тяжелая операция это будет на бицепсе, там много нервных сосудов и так далее. И никто не знает, что будет. Даже говорят, может такое быть, то есть чувствительность я могу потерять. Не знаю, на время, на постоянно. То есть про трицепс мне точно так же говорили, что я потеряю временно чувствительность, но я ее не потерял. Вот, то есть никто не знает, как сложится все. Ну, я думаю, что все нормально у меня будет. А когда будет следующая операция, когда ты себе уберешь за все руки, когда ты себе их. Но вторая операция на трицепс у меня будет после карантина. Потом через полгода на бицепс будет, и через полгода еще на один бицепс. Так много времени, что ли? Они могут покороче времени сделать? Не, надо частями вырезать, потому что не знают, если за раз вырежут, будут ли осложнения или нет. Понятно. А у тебя есть девушка, или ты сингл? Но смотри, у меня свободные отношения. У меня есть варианты, с кем можно там любовью заняться. Вот так примерно. А девушкам нравятся такие руки? Что тебе говорят? Не, руки не нравятся.
Ты жалеешь, что ты сделал сейчас? Если у тебя бы, если было бы время вернуться назад на время, ты бы изменил бы всю эту историю? Или ты не жалеешь, что то, что ты сейчас сделал? Ну смотри, я жалею в том, что я немного неправильно сделал. Я неправильно начал трансформировать себя. Я быстро стал делать. Надо было медленнее делать это. Я виню себя то, что я, ну, из-за глупости неправильно сделал. Если бы я грамотно сделал бы, у меня бы все хорошо было бы. Но с одной стороны, я не жалею, знаешь почему? С одной стороны, если бы я это не сделал бы, вот, то я бы, ну, не жил бы сейчас, как сейчас. То есть, чтобы ты понимал, накопить почти на две квартиры, это даже люди жизнь свою отдадут, и то максимум на одну накопят. Вот, как бы, ну, с одной стороны, повезло мне, но с другой стороны, ну, не было бы у меня этих рук. Ну, а что бы я делал в своем городе? Сидел бы в компьютере, жил бы на 6 тысяч рублей и страдал бы от жизни так? Ну, я не хочу так. Не, просто жаль, потому что я как спортсмен, я как собственно против этих, когда честно, я-то использую нормально, питаться стараюсь, и витамины или протеины использую, вот эти, например. Если не используешь протеины, например, не знаю, нормальные. Ну, у меня этот прод дома стоит, как бы я его так пью, бывает, вместо пищи одной порции, если там не успеваю сготовить что-то. Хотел спросить, что ты другим советуешь, например, следующие люди, например, которые, например, тебя смотрят, что ты им советуешь сделать? Не, я всегда всем говорил, ребят, то, что я сделал, я страдаю от этого. Я попался на свою ошибку, и поэтому я вам не советую это делать. Если вы это будете делать, вы будете страдать так же, как и я. Молодец, вот это я хотел бы слышать. Ну ладно, у меня вопросы все, которые важно хотел тебе сказать, все, уже получил ответы. Я благодарю тебя за это интервью. Спасибо тебе тоже. Ed eccoci qua, l'intervista è conclusa. Che dire? Vabbè, ragazzo socievole, simpatico, ci sta, però veramente pazzo. Cioè, con tutto rispetto, veramente fuori di testa. Fatemi sotto sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se tu approvi la cosa che si è fatto, se sei d'accordo su ciò che lui ha fatto sulla sua trasformazione, metti pure il dislike al video, altrimenti lascia il tasto like. Il motivo del video era appunto per trasmettervi questo messaggio positivo. Che dire, per oggi è tutto. Seguitemi su Instagram, seguitemi su TikTok, troverete anche i contatti di Kirill sotto il video nel link in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video.